Фестиваль уникальных людей. В городском центре культуры и отдыха состоялся праздничный вечер, приуроченный к Дню инвалидов. На сцене люди с ограниченными возможностями здоровья, но с безграничным талантом. Каждый день они доказывают себе и окружающим, что главное – не сдаваться и верить в собственные силы. Для них это огромный праздник. 3 декабря – это, наверное, единственный такой уникальный праздник для уникальных людей, и где они могут показать свои творческие способности и полностью проявить себя. Праздник уникальные люди тщательно готовились. Продумывали не только творческие номера, но и костюмы. Алла Нурмагомедова любит петь и решила преподнести ивановцам музыкальный подарок. Можно сидеть просто ничего не делать, можно работать, но в то же время каждый человек должен находить какую-то частичку своего драгоценнейшего времени, чтобы проявить себя как-то. Они не только поют или занимаются рукоделием, но даже танцуют. Алии Урусовой творческий номер помогли подготовить представители грузинского ансамбля народного танца «Иберия». Это, со стороны кажется, наверное, невозможно даже. Но когда начинаешь этим заниматься, настолько втягиваешься, то есть это уже не замечаешь коляски. Фестиваль уникальных людей проходит в нашем городе не первый год, но каждый раз собираются полные залы, потому что такие люди умеют вдохновлять на невозможное. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.